А вы YouTube смотрите на большом экране обычно или на маленьком? Вот я стараюсь на большом. И только что вышел новый Федери влог вообще про человека, который начинал просто со светителя на сцене, а сейчас владелец одной из крупнейших световых компаний Восточной Европы, Владимир Андрусишин. И настолько откровенно человек говорит о своем пути, что просто респект. Посмотрите, не пожалеете. Я хочу что-то создавать. Can I speak with Russian manager? Я хотел быть ментом. В нашей стране очень опасно. Я? Ходишь такой телефон, как у директора? Мне на счет приходит первый миллион. Для такого жлоба, как я, чувствуешь, что я становлюсь богатым. Хочешь заработать миллион? Миллион нужно вложить. Весь рассказ закончился. Постановках, там очередная какая-то выдумка. И во Дворце Украины есть телевизионный экран, он занимает какое-то определенное количество мест, которое нужно закрыть, не для продажи. Вот у нас девочка люди с гипсовой ногой, потому что кое-кто прыгает через 5 ступенек. Вова, срочно давай начинай, Михаил Михайлович Ненович. Я говорю, успокойте, Михаил Михайлович, а нужно там 10 минут. Тут слышу в рацию. Шо? Ты вот это будешь мне рассказывать? Дай ему рацию. Ну-ка, он не подбирает слов. Я говорю, подождите. Я сейчас подойду. Трое суток монтажа, я по локти в грязи, уже кровь из носа, мы не спим там какие-то сутки. А я подхожу к нему, у него такой красивый белый фраг. Опасно, опасно соглашаться, сниматься. Что случилось? Плойка упала. Плойка, плойка. Так, и что надо делать? Так. Мы стоим все просто поближе пока. Так. Собака. Давай, давай. Привет. Так, что нужно делать? Так. И, о чудо, великолепная новость. Сегодня группа «Несчастный случай» и лидер Алексей Кортни выложили новый альбом в Apple Music. Называется «В городе Лжедмитриеве». Это тоже музыкальный спектакль про современную Россию. И я хочу лично передать Лёше и группе большой привет из Киева и поблагодарить за ту правду, которую они несут в своем творчестве, за ту любовь к миру, к жизни и... Вы прекрасный. Альбом очень похож вообще по духу на ранний несчастный случай еще времен Трады Плудов или Майн Либертанс, если, надеюсь, кто-то из вас понимает, что я имею в виду. Немедленно загружайте, слушайте. Это очень круто. Будут ружья вместо мишеней, встанут мои сыновья. У меня их 4 штуки, типа есть из кого выбирать. Кому дать побегать еще пару лет, кого загрести. Предпочтения цивилизации, в общем, стали вполне ясны. Простаками мечтают о мире, президенты хотят войны. Слеза накрывает тебя, доброта. До 300 ты еще сожалеешь, что русские пьющий народ. С 05 это можно простить и понять, и такая в душе благодать. Здесь возможно.
Первое. А это спорт. То есть основная задача – стать чемпионом. Деньги потом. Второе. Никогда не делаю то, что мне не нравится. Если мне дискомфортно, я отойду в сторону.